Второе воскресенье сентября – День семьи в Казахстане. В Петропавловске накануне этой даты прошла встреча с многодетными мамами. Им рассказали о мерах поддержки и поздравили. На что могут рассчитывать те, кто посвятил жизнь воспитанию детей, знает Алина Бржанова. Дания Кенжаева предпочла карьере воспитания детей. Их у нее семеро. Старший учится в университете, младшим близняшкам всего 2 года. Говорит, найти время на всех непросто, но они с супругом стараются окружить каждого ребенка любовью и заботой. В этом секрет их семейного счастья. А накануне Дня Конституции Дания получила подвеску – алтын-алка. Все говорят, что ты дома сидишь. Я дома не сижу с утра до вечера. Бегаю туда-сюда. Ну, детей отвожу туда, на кружки, на эти всякие. Сама по делам езжу. Интересно мне с детьми. С одним, с двумя детьми, мне кажется, не было бы интересно. А так у меня вот в садике, в школе, туда-сюда бегают. Времени на работу у таких, как Дания, не остается. Зато они могут рассчитывать на помощь государства. Бесплатное горячее питание в школах, канцелярские принадлежности и пособия. Это гарантированная социальная поддержка для многодетных семей. Сейчас вот Ассоциация деловых женщин, наверное, выйдет с призывом к населению нашей области, неравнодушным предпринимателям, чтобы поддержали мы таких многодетных мам, хотя бы даже горячим питанием в школах. Они получают, но есть такие дети, которые не могут документы оформить. Мы хотим в этом помочь им. В регионе больше 2000 многодетных семей. Еще порядка 4500 женщин – обладательницы подвесок алтын и кумыс алка или орденов материнской славы. Алина Бржанова, Даниил Тарасов. Новости МТРК.